Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределки. На сегодня у нас 11 ноября 2017 года. И вот я собрался более-менее с мыслями, о чем вам хочу повествовать. Это довольно наболевшая тема за последнее время. Активизировалась она вообще в последнее время. Очень активно, как говорится, начала себя проявлять. Подожди, друг, не спеши ставить дизлайк. Это видео будет не о твоем лимкинутом человеке, который заявляет, что глубокорыхлитель это для тех, кто желает сэкономить 5 литров солярки на гектар, а плуг это forever, да, дед пахал, папа пахал и я пашу. Нет, это видео более важной, как говорится, специализации будет. Касается оно того, что меня немножко уже ушатали вот эти все администрации всех абсолютно, ну не всех абсолютно, 99% торговых площадок, интернет-торговых площадок, которым мы, ты, я, иногда, хоть, говорится, не то что раз, а мне, некоторые, говорится, каждый вечер штудируют эти сайты просто на поиски интересных предложений, техники, автомобилей, тракторов, неважно. Пусть это будет, что хочешь, короче говоря, для тебя из техники. Поэтому советую сейчас поставить меня пока что на паузу. Думаю, в 20 минут я впишусь, что я хочу сейчас донести. Поставить меня на паузу, пойти набрать чайку себе. Я вот в данном случае взял себе водички, чтобы горло промачивать время от времени, если это понадобится на всякий случай. Значит так, что я для вас сейчас хочу донести. Мы уже, как говорится, на ютубе с вами знакомы не первый год. Собралась достаточно большая аудитория. Пережили мы переезд ВКонтакте, переехали мы в Facebook, создали там тоже сообщество, которое уже насчитывает более 2000 человек, если там что-то такое, около 2500 набегает людей уже, участников. На канале уже более 14 тысяч. Что я хочу, друзья? В последнее время меня затронула очень тема, очень много людей бросает мне ссылки, я сейчас сделаю видеоставку, потому как сейчас плохо видно. OLX, вот в данном случае вы сейчас видите, что ну как бы типа селка UPS-8, порошковая покраска, тра-та-та ля-ля-ля, цена 125 тысяч, продает ее псевдо, так сказать, Елена, будь она неладна, продает она ее вот, в данном объявлении Днепр, Днепропетровская область, Бабушкинский район. Также у нее, если перейти другие объявления автора, у нее куча объявлений, то есть я не сомневаюсь, что это все фотки теперь подставные. Культиватор вот наш коренчик, можем заметить, тоже фотки нарезаны то ли с видоса с моего, то ли с фоточек, которые я бросал в группу. Желтые воды, опять та же самая селка и прочее. Вот смотрите, Житомир, ну и короче пошло-поехало. Берут не только нашу технику, безусловно, что мы такие, да, типа знаменитые и прочее, говорится, вы не подумайте, берут и обычных, как говорится, обывателей Украины, берут технику и подставляют, делают подставные объявления. К чему веду? Мы недавно, я сбросил уже видосик, можете посмотреть, приобрели себе Борону пружинную, BPN-12, если я не ошибаюсь, там люди меня поправили немножко в названии. Через интернет тоже, мы ее нашли, правда, в 80 километрах, но об этом можете посмотреть поподробнее в видосике. Также мне попадались и объявления в радиусе 400 километров от нас. Это Харьковская область была, и это какие там, Черкасы, под Черкасами было объявление, но я его не смотрел, как бы пока что не выдвигал. Что я сделал? У нас есть группа в Facebook, я оставил запрос на стене в группе, что так и так, вот, кто рядом находится в Харьковской области, может посмотреть на ту или иную, ну, Борону в данном случае, откликнитесь. Откликнулись несколько человек через группу, пару человек даже я нашел через комментарии, там, через YouTube видосики. Но это все особо не важно. Важно то, что меня это задолбало. Шок-шоу, которое я снимал, это было как бы, ну, ради и развлекаловки, и для шоу опять же, и может кому-то весело, кому-то, как говорится, намотает на ус, но я понял, что администрация этих площадок не хотят помогать добросовестным продавцам и нам, покупателей, ну, обезопасить нас, как покупателей, от таких мошенников, как вот это вот представительница, не будем опускаться до обзывания, это нам не поможет в данном случае.
Что я предлагаю? Давайте объединяться. У меня есть группа, да, вот мы с админами там более-менее поддерживаем контроль. Есть участники, многие из которых сейчас смотрят это видео, есть участниками этого сообщества, группы, сообщества Facebook на данный момент. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Что я предлагаю? Давайте объединимся, так как, говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Чтобы нас хоть как-то обезопасить при покупке, да, при рассмотрении покупок на вторичном или первичном рынке. Это может и техника быть, может кто-то и машину ищет, бог ее знает, как говорится, с нашей аудиторией. У каждого всякие свои предпочтения. Какой смысл действий я предлагаю? Сообщество, вы ищете объявление, да, допустим, вот, нашли трактор, он находится от вас в 400 километрах, вы посчитали доставку, там, по фотографиям вам все подходит, вот вон, вот прям душа лежит к нему, но 400 километров ехать в панну, согласитесь, приехать и посмотреть, что там пустая площадка или стоят какие-то дрова на трех колесах. Он находится, допустим, в Харьковской области, вот, он от вас 400 километров. Вы находите это объявление, подаете заявку то ли мне в личные сообщения, то ли уже в саму группу в Facebook на стену, подаете заявку так и так, вот, ссылочку бросаете это объявление с любой торговой площадки. Вот есть объявление, вот я заинтересован в данном объявлении, хочется и колется этот трактор, помогите, пожалуйста, вот обнаружить, что там есть на месте, он не есть на месте. Дай бог, находится человек, который откликается на вашу просьбу. Вы с ним уже сами лично созваниваетесь, договариваетесь. Это я сейчас как подсказку, а там уже дальше вы решаете вдвоем. Договариваетесь. Он говорит примерно, сколько ему километров до данного объявления, данного местоположения. Вы договариваетесь, возмещаете ему, допустим, затраты, которые он там несет там на бензин до 100 километров и время. Ну, это уже сами, как говорится, между собой. Он приезжает, делает пару своих фото, желательно селфи с собой, скидывает вам или в Facebook, или на почту. Вы смотрите, вы довольны, вы покупаете технику. Все безопасно, все легально, все, как говорится, без всяких обострений и разочарований. А то не отправлять ни предоплату тем, которые торгуют тракторами МТЗ-892 с двумя турбинами и центрофугами на генераторах и прочее, прочее. Все выигрыши. То есть мы этих мудаков, которые наживаются на том, что они нас разводят, заставим, сука, этих мести дворы, потому что большинство из нас, я надеюсь, все-таки будут сотрудничать между собой. Я не говорю сейчас о своей выгоде какой-то, я говорю о выгоде людей. Я со своей стороны, как админ, обещаю, ну, клянусь, что такое, обещаю закреплять поисковые вот эти посты вверху стены сообщества, чтобы как только любой человек, который заходит в сообщество, он сразу же видел это объявление о поиске той или иной техники. В принципе, я так немножко растянул видосик, вроде бы все сказал, если что, дополню склейкой уже. Ну, на этом хочу уже попрощаться. Подумайте над этим предложением, я думаю, не сильно вас запутал. Давайте объединяться, давайте поможем друг другу, потому как кроме нас, нам вряд ли кто поможет. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки и комментарии. Кстати, в комментариях напишите свои соображения по этому поводу, как вы поддерживаете, не поддерживаете. Ну, в принципе, адекватный человек, любой должен поддержать это дело, как мне кажется. Мне ничего от вас не нужно, просто давайте, говорится, жить взаимопомощью и помогать друг другу в поисках той или иной техники по возможности. Пока.